Добрый день, Полтава. Сегодня 22 августа, понедельник. Как анонсировано, здесь сегодня должен принимать депутат городского совета Иван Диденко. Ну, сейчас зайдем, узнаем, принимает он, не принимает. Сейчас 16:02. Говорят, с 16 до 18 он сегодня должен принимать. Заходим. Добрый день. Добрый день. Скажите, говорят, вы сегодня здесь принимаете. Да. Это правда? Это правда. А можно к вам на минуточку, конечно, посмотреть, как у вас прием? Проходите. Как раз у нас люди, вот мы обсуждаем вопросы крыши. Крыши? Крыши. Добрый день. Добрый день. Наше телевидение вот даже снимает. Так, ну, наверное... Если вам, вы нам не очень будете мешать, то мы вас тогда... Попросим, можно даже присесть. Я подожду. Как работаете, депутат? Часто к вам люди обращаются, Иван? Достаточно часто. Есть еще много вопросов, которые не решены на округе, поэтому... Ну, у вас округ довольно своеобразный, в основном состоит из одноэтажных зданий, насколько я знаю. Меня, ну, это Юровка. У меня, да, частный сектор и плюс частично первая больница. Квартал вот тут. Да, поэтому, ну, много частного сектора. Ну, в основном. Скажите, Иван, я вижу, по Юровке довольно часто какие-то вопросы решаются. По мелочам, там асфальтируется, там то, там все. Чаще всего, у меня просто подозрение, вы не ждете, когда к вам обратятся люди, или все-таки в основном по обращениям вы что-то делаете? Ну, по Юровке там ситуация такая. Я в конце мая провел сборы жителей Юровки, и мы обрисовали ряд вопросов, которые там самые... самые проблемные, которые давно уже не решаются. В основном это вопросы асфальтирования улиц, на которых там годами не было никогда асфальта. Там по 20-30 лет нет асфальта на улице. Поэтому уже в некоторых местах даже скорая помощь не проезжает. Поэтому мы выбрали перечень этих улиц и вот в течение лета занимались асфальтированием этих улиц. Благодаря помощи Чепурка, конечно же, без него не обошлось, потому что только совместно можно эти вопросы решить. Власть ваш слышит все-таки. Ну, слава богу, слышит, да. В процентном соотношении все-таки сколько процентов вам удается решить проблему вот с тем, с чем к вам обращаются? Стараемся решать, конечно, как можно больше, но в связи с разными там погодными условиями и так далее, например, с асфальтированием, мы решили больше 50% того, что планировали. Но еще лето не закончилось, надеюсь, еще будем дальше продолжать. Это 50% тех основных улиц, которые мы запланировали. Ну, я вижу, да, там много проблем уже решается и решено уже есть. Да, движемся. Хорошо, спасибо большое, спасибо, что работаете. Спасибо. Спасибо, что ждете. Спасибо. До свидания.